Приветствую всех товарищи на второй нашей встрече кружка материалистической диалектики. И начну сразу, так сказать, с самого начала. Зачитаю краткое научное сообщение. Материалистическое прочтение науки логики Георга Вильгельма Фридриха Гегеля по заданию кружка любителей гегелевской диалектики. Впервые материалистически преобразованная структура прочтения учения о понятии была представлена слушателям Красного университета Фонда рабочей академии и Ленинградского интернет-телевидения Лен.ру 18 марта 2020 года. А 25 марта 2020 года автор заметки после небольшой консультации с профессором Михаилом Васильевичем Поповым, выступая на семинарском занятии по теме категории сферы понятия, попытался ответить на вопрос о материально-диалектическом истолковании субъективной логики. Первая большая лекция о материалистическом истолковании диалектики Гегеля была прочитана Михаилом Васильевичем Поповым в Университете рабочих корреспондентов 1 октября 2020 года. В развитие поставленной задачи вошли следующие выступления Михаила Васильевича Попова, которые выходили на каналах Фонда рабочей академии, Ленинградского интернет-телевидения РЕН.ру, Академии смыслов Лоббиум. И вот на занятии кружка любителей гегельской диалектики 25 октября 2022 года участниками кружка было принято решение подготовить выступление по теме, вынесенной в заголовок заметки. Итак, материалистически преобразованная структура изучения третьей книги науки логики «Учение о понятии» говорит о том, что, если брать по-крупному, следует рассматривать сначала раздел «Объективность», а потом раздел «Субъективность». Потому что, во-первых, снятие сущности как отрицание отрицания есть возвращение к бытию, но к такому бытию, через которое просвечивает сущность, то есть к понятию. И далее, раз понятие – это бытие, то следует брать форму непосредственности в соответствующем определении. В сфере бытия она есть само бытие и наличное бытие. В сфере сущности – существование, а затем действительность и субстанциональность. В сфере же понятия мы имеем еще и объективность. Во-вторых, рассудок и разум, выдвигаемые Гегелем в первой главе понятия, в разделе «субъективность» никак не выводятся, не доказываются, не имеют основания, то есть берутся априори. Здесь впервые остро проявляется идеализм гегелевской системы. Далее идет разветвление на всеобщность как чистое понятие, особенность как определенное понятие, единичность как конкретное понятие. Поэтому такая структура, при которой субъективность, не выведенная логически, возвышается над объективностью, необходимо подвергнута материалистическому преобразованию и более детально выглядит так. Предисловие, страница 3-4. Раздел о понятии вообще, страница 5-24. Далее первый раздел, первый отдел – объективность. В его составе вступление, механизм, химизм, жизнь. Далее второй отдел – субъективность. Первая глава – понятие. Вторая глава – суждение. Третья глава – умозаключение. Третий отдел – идея. Первая глава – идея познания. Идея истины. Вторая глава – идея добра, телеология, которая раньше стояла в другом месте у Гегеля в субъективной логике. Идея добра. И третья глава – абсолютная идея. Значит, вот я подготовил такое сообщение. Оно было опубликовано и одобрено Михаилом Васильевичем Поповым. Я его вышлю всем, чтобы прочитали. Там есть ссылки на те занятия, о которых я говорил, то есть на то первое занятие, где Михаил Васильевич впервые представил преобразование учения понятий.
моя слабая попытка выступить по этому вопросу на занятии Красного университета на семинаре у Кирилла Валерьевича Юркова категории «Сферы понятия», и также выступление Михаила Васильевича в университете рабочих корреспондентов по этому же самому вопросу. Вот таким образом совершилось материалистическое преобразование диалектики Гегеля в той части, которая занимает второй том «Субъективную логику», третью книгу «Науки логики Гегеля». И почему именно такое преобразование? Почему вот именно надо сначала начинать эту книгу с раздела «Объективность», а потом уже приходить к разделу «Субъективность»? Здесь же надо понимать, что наука логики вообще, она как устроена? Сначала мы рассматриваем бытие. Чистое бытие, чистое ничто, становление, потом снятие становления, момент, сначала моменты становления, потом снятие становления, наличное бытие. В наличном бытие мы находим небытие. Небытие, принятое в бытие так, что конкретное целое имеет форму бытия. Это качество. Не, ну, мы же не теряли его. Небытие. Ничто мы не теряли. Не теряли. Никуда не теряли. Небытие и ничто – это разные. Разные. Но небытие – это ничто. Небытие – это такое ничто. Можем этот момент разобрать. Ну, можно, конечно. Получаем качество, то есть как такая определенность, которая взята не так, как она есть. То есть она еще определенность – это отрицание, которое содержится в бытии. А мы берем это отрицание как непосредственное, как сущее. Получаем качество. И его тоже надо брать не только в определении бытия, ну и в определении ничто. И в определении бытия определенность будет называться как реальность, а отрицание будет как первое непосредственное отрицание, собственное отрицание. Вот это уже сложнее. И потом получается, что разность между реальностью и отрицанием и определенностью наличным бытием снята, а есть только определенное наличное бытие, наличное сущее, нечто. Потом мы находим другое, сопоставляем нечто с другим. А вот другое найти не так просто? Не просто. Есть один вот такой вот способ. Категория, как называется, которую мы изучаем? Вот мы получили непосредственно наличное сущее. Называется наличное бытие. Не-не-не, наличное бытие уже прошли, наличное сущее. Нечто. Нечто. Да. Оно пишется «не-что». То есть в этом нечто бытие есть. Бытие – вот это «что». А «не» – это отрицание этого бытия. Но соответственно, надо вспомогательно взять. Вспомогательная такая штука. Подогнали с того, что вот было, так чтобы все. А логика-то не в этом, а основная. Не, ну оно. Есть такой прием. Для того, чтобы двинуться дальше, надо отойти немножечко назад. В нечто есть становление? Такой вопрос. Есть ли в становлении, есть ли в нечто становление? Да, в нем. Есть становление? Ну, любая категория диалектическая, это снятие становления. Нечто – это наличное, определенное наличное бытие или наличное бытие? Нет, это определенное наличное бытие. Это когда разница между определенностью и наличным бытием и реальностью, и отрицанием снята. Есть только определенное наличное бытие, нечто. Вот в нечто есть становление? В
в нечто. Но нечто как наличие, оно и наличное бытие, и просто бытие. Оно в сфере бытия. Оно как наличное бытие, есть результат снятия становления. Так? Оно как наличное бытие. То есть мы рассматриваем тот момент, что нечто – это наличное бытие. Простой вопрос. В нечто есть становление? Ответить я могу, да, но да. А это не доказано еще. Как это не доказано? А вот надо доказать. Так, ну как это не доказано, если мы перед этим проходим категорию становления? Причем мы идем чистое бытие, чистое ничто, а потом у нас... Это мы знаем просто... Движение, возникновение... Мы знаем общее правило, что каждая следующая категория включает в себя предыдущую. Бытие в ничто. Это называется становление. Mm-hmm. Вот это становление, yeah. оно есть во всех последующих категориях. Просто оно тоже уточняется, скажем так. Просто возникает вопрос. Возник вопрос, как вывести из нечто другое, как прийти к другому. Да. Но про становление еще не доказано. Мы просто, у нас есть товарищи, которые изучили науку логики, они нам сказали, что каждая следующая категория включает в себя предыдущую. Ну, давай, это надо доказывать. Давай попробуем не доказать, а опровергнуть в том, что нечто нет становления. В нечто есть становление? А что значит в нечто? В его истории. Да. В движении вот этих во всех категорий есть становление? Нечто... Как наличное бытие – это результат снятия становления. То есть в снятом виде… Естественно, в снятом, в нем, не непосредственно, в снятом виде. Вот будем это говорить. В снятом… Это много говорить, это много думать. Вопрос простой – есть или нет? Ну, мы-то знаем, что есть. Не-не, вот как бы… Если мы как-то… мы-то знаем. Мы помним, что… Или мы помним, или что-то… Вот я вдруг припоминаю. Здесь же вопрос логический. Есть или нет? Без всякой дальнейшей, вот как вот Гегель пишет, без всякой дальнейшей определенности. Без всяких прибавлений, там мысленный счет или ссылок. Текст. Что это я? Вы отвечайте пока мне. Отвечайте. Нечто есть становление? Становление есть. Да. Нечто есть становление. Конечно, да. Справедливо ли сказать, что значит и нечто будет положено как становление? Нечто будет положено. Ну, оно представит перед нами как некое становление. Мы еще не знаем, какое. Что с чем-то оно организует диалектическую пару, и это будет некоторое восстановление. Ну, вот тоже умный человек, что-то читал. Можем мы так сказать? Сказать можно. Ну, Что взять за вторую сторону этого нечто? Что у нас есть, кроме... Что-то другое, что ли? Что-то что? Что-то другое? Другое. Или еще иное. А дальше при рассмотрении отношения другого и иного, и нечто, мы приходим к выводу, что, собственно говоря, без разницы брать, что брать за нечто, а что брать за иное. Все зависит от того, с какого мы из них начинаем. Начинаем с этого смотреть нечто, значит, это иное. Начинаем на это иное смотреть, значит, оно это нечто, а это уже нечто иное. Значит, мы не можем ничего рассмотреть, никто не может ничего рассмотреть логически, как рассмотреть иное, взятое по отношению к самому себе. То есть нечто-то мы уже рассматривали, мы его и получили, оно у нас есть, мы на него смотрим, оно нечто, а иное вот не рассматривали. Рассматриваем иное, и там получается вот эта вот фраза, что иное, иное есть иное. И иное, иное есть иное же. Получается у нас равенство с собой и неравенство с собой. Угу. Которое, в свою очередь, надо масштабировать до определенности. То есть взять и определенность как равную самому себе и как неравную самому себе. Как равное самой себе это определенность, это будет определение. Угу. Ну, если мы возьмем рассматривать эту определенность, то это уже будет не определенность, а качество. И вот такое качество, вот, которое есть в себе, в простом нечто, и сущностно равно другому моменту этого нечто в нем бытию, называется определение. Да. А определенность, взятая со стороны бытия для иного,
То есть у нас есть равенство слова в себе бытие и неравенство бытие для иного, то есть выход к иному. И вот определенное взятое со стороны бытия для иного будет называться характер. Характер. Мне определение понятий проще, чем характер. Совсем проще. Чем непонятно? Я честно, вот мне не укладывается в голове. Просто пока не укладывается. У нас же определенное вот наличие бытия рассматривается. Определение я сказать, ну, выразить словами еще не могу, как собака. Угу. Но уже я понимаю, что оно, ну, короче, определением будет, если изменяющееся, ну, вот это нечто, да, оно если, ну, как бы, ну, как его свойство не меняется. Не свойство, а этот. Характер. Да, характер. Качество. Качество не меняется, значит, это определение. Ну вот оно иное иного, есть иное. Да. Если вот в этом изменении остается, то это определение. Ну, почти. Да. Да. Не, я это своими словами сказал. Да, ну просто да. Немножко недосказанность, да, в том, что да, там еще есть сущностное единство. Да, я вот определение еще, я говорю, у меня в голове укладывается, а характера уже нет. Я не могу еще его освоить. Ага. А что ты можешь то же самое взять, только противоположность? Да не могу, я тебе говорю. Нет, это вам вопрос навыка уже. Да, пока я не могу. Все, что мы сказали про нечто, можно сказать и про определенность его. Вот мы и говорим, сначала заходим с бытия, точнее с равенства себе. Это определение. Да. Сейчас, а потом вот, я сейчас это сказал как факт. Если ты мне еще раз повторишь это, я пока это не все равно не дойдет до меня. То мы услышим это еще один раз. Да, еще раз ты услышишь. Но то, что мы просто, да, определение – это качество, это понятно? То есть это, да, уже не нечто, это его качество. Да. Можно вот вопрос, вот мы с Гришей вот тут рассуждали тоже насчет определения. Вот. И такая вот идея возникла, что, ну, фактически определение, оно зависит тоже от того иного, в связи с которым мы это нечто рассматриваем. Соответственно, если мы рассматриваем какой-то объект, какое-то нечто в связи с разными иными, то определение может меняться. Ну, то есть, если, условно говоря, если мы берем деревянный цилиндр и рассматриваем его в связи с куском теста, то это будет скалка. А если мы этот деревянный цилиндр берем в связи с чьей-то головой, то это будет дубинка. Вот это вообще правильное рассуждение, дубинка, что у одного нечто может быть разное определение в зависимости от того, что мы берем в качестве иного. Ну, то есть скалка может быть дубинкой. Не, она может быть чем угодно, но это скалка. Слушай, я помню, Михаил Васильевич рассказал, что типа стакан, из которого не пьют, это не стакан. Ну. Ну, это не определение. Нет, тут дело все в том, что если говорить о том, что можно ли изменить определение, да, определение изменить можно, проникнув в него через характер, через тот момент, который называется бытие для другого. И можно, но, можно изменить определение, но этот момент в себе, там же как качество, которое есть в себе, угу, в простом нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с нем бытие. То есть там есть еще сущностная связь. Это должно быть тесно. А не так, что как бы ты вот как бы когда ты бьешь эту дубинку, а когда ты ей раскатывал, ты что-то, это скалка. Почему он так и объяснял? Ну, да. Но там должна быть сущностная связь вот этих вот определений. То есть, они так, что как бы это и дубинка, и скалка. Нет, такое тоже может быть, но... По-моему, сущность сохраняется, что это деревянный цилиндр. А то, как он применяется, это... Вот я, видимо, не понимаю, во-первых, в нем бытие до конца, и вот это вот прибавка вот сущности находится... Деревянный цилиндр – это заготовка. Я тут так скажу, что вот именно вот этот момент, он... Ну, вообще, во всей науке логики он такой, как бы, ну, может быть, самый сложный. Потому что об этом очень мало говорят, потому что это, очень сложно объяснить. Угу. Но в то же самое время очень глубоко понимают, а понимают только тогда, когда изучают вот как бы больше и больше. Потому что я вот своими словами объяснить вот эту сущностную связь, ну, вот прям вот так вот сходу не смогу.
у меня может это, смотри, вот берем скалку, да, изготавливаем ее специально для того, чтобы, ну, раскатывать тесто. А по-другому ее не изготовить? Да, потом бьем ей кого-то по голове, убили и пошли спокойно тесто катать этой же скалкой. Так, ну, сначала мы... Ну, ты этой скалкой... Скалка... Отрицал, короче, план. Скалка отрицал через бытие для другого, а этой скалки то, что она скалка. А можно сказать? Потом подумал такой, не, ну хорошо, как ананасы ей бить, разбивать нормально, или что ты там пытался сделать. Но лучше я ей буду раскатывать тесто, потому что это все-таки скалка. А можно сказать так, что в характере... Я сказал, что скалка – это как бы не деревянный цилиндр. То, что используется как скалка, в этот момент и есть скалка. То есть скалка это не все, ну, да, прямоугольные цилиндры во всем мире. Ну, а, то есть ты, если ты орудие убийства, грубо говоря, это будет огромное количество вещей. А по-моему, в нем бытие там объясняется, когда я его сейчас пересчитывал, что есть нечто, есть иное, и потом иное по отношению к этому нечто, которое было до этого, это все, в нем бытие. То есть, точнее, в себе бытие, бытие для иного, и потом от бытия для иного, которое соотносится к себе бытием, это в нем бытие. А можно еще так сказать, что в характере скалки есть что-то от дубинки? И мы как бы через это проникаем, меняем определение вот этого. Вот то, что ты начинаешь говорить, это уже это называется дефиницией. Схватить. Ну, это дубинка уч... стала же в моих руках, правильно? Смотри. А как она стала? Так это я ее сделал, дубинкой. Я воспользовался ее внешним проявлением, как дубинкой. Для того, чтобы не говорить сразу обо всем, то надо говорить о всеобщем. И использовать категории так, как они даны. А мы примеры рассматриваем. Вот. Тут надо... Понимаешь, что это все условно. Надо... У нас сейчас качественно определено. Да. Мы сейчас надо зафиксировать, что мы сейчас вообще говорим о том, что вот как движется бытие. Или как мы рассматриваем материю. Кстати говоря, я вот сейчас пример приведу. У нас в России бейсбол никто не играет. Бейсбольных бит покупается очень много, но никто их дубинками не называет. Но как была бейсбольной битой, так она и осталась. Значит, есть определение и характер. Вообще, это кусок дерева вверх. Если не играют в бейсбол, это и кусок дерева. Определение и характер имеет своим единством нечто непосредственное. Это их единство. И определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. А и определение, и характер – это теперь нечто. Потому что более высокой категории у нас пока что нет. И вот такая определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, называется граница. Граница, которая соединяет и разделяет два нечто. Вот если такой дубинкой днем блины раскатывают, а вечером по голове бьют, то это граница. По-моему, здесь во всем мире бейсбольные биты в большинстве используются для игры в бейсбол, и это есть определение. Характером выступает, что ими бьют там по ногам. Ну, можно и так распределить. Вот. То есть отрицание, которое не сохраняется, не становится дубинкой, а остается бейсбольной битой. Далее есть нечто, взятое со своей границей. Как называется? Конечно. Далее происходит выход за эту границу. За этой границей что? Конечное. Конечное. Вопрос только в том, как тебе перейти к отрицанию этого конечного. У меня еще должноствование должно получиться. Ну, побыстрее прошли. Да, и есть еще должноствование, предел, как граница, которую переступают. Конечное, значит, мы выходим к бесконечному, выясняется, что есть вообще на самом деле только бесконечное, и в этом смысле оно реально, а конечное только идеально. И что есть только бесконечное. И такое бесконечное называется для себя бытие. Далее бытие развивается до количества,
количеству есть там свои преобразования, прямое отношение, обратное отношение, степенное отношение. Далее идет мера, и все это бытие. Все это бытие, бытие, бытие. Вот идет мера, узловая линия отношений меры. И выход, или как Гегель пишет, это можно открыть и прочитать, учение о сущности. Истина бытия есть сущность. Бытие есть непосредственное. Так как знание хочет познать истину, познать, что такое бытие в себе и для себя, то оно не останавливается на непосредственном и его определениях, а пробирается сквозь него дальше, и исходя из предположения, что за этим бытием есть еще нечто другое, чем само бытие, и что этот задний план составляет истину бытия. Это познание есть опосредственное знание, ибо оно не находится непосредственно при и в сущности, а начинает с некоторого другого, с бытия, и должно пройти предварительный путь, путь выхождения за пределы бытия, или, вернее, вхождения внутрь него. То есть углубляется мысль в бытие и достигает сущности. Но когда она этой сущности достигает, выясняется, что это не сущность, а бытие. Или видимость сущности, и дальше идет развитие чего? Сущности. Угу. Но сущности как? Ну, да. Это сегодня с утра звучало это в самом начале. Сущности как чего? Как снятого бытия. То есть мы в сфере бытия исследуем бытие. В сфере сущности мы тоже исследуем бытие. Ну вот снятое уже бытие, с отрицанием. Углубляемся вглубь этого бытия. Недовольствуемся вот поверхностью непосредственным, а отрицаем всю эту непосредственность вот как сферу бытия, проникаем вглубь в сущность, исследуем сущность. И когда мы проходим через всю эту сущность, мысль проходит через всю сущность, достигает уже существования. Существование – это такое бытие в сфере сущности, с основанием и при условиях. И мы уже, получается, проделали такую дорогу. Это все, естественно, длинно. Там рассказать об этом можно быстренько, но читать длинно. То есть мы исследуем сначала бытие, потом сущность, как снятое бытие. А потом в сущности еще находим такое бытие, которое в сфере сущности, как снятого бытия, но уже такое восстановленное через всю вот эту сущность, оттолкнувшееся от основания и всплывшее, проявившееся. Получаем существование. А это существование еще далее развивается уже в действительность. То есть такую сущностную категорию, которая представляет у себя уже восстановленное через сущность бытие, соответствующее закону явления. Вот это вот действительность. И вот эта действительность, она предшествует переходу в понятие. И, собственно, здесь какая логика получается? Раз есть движение бытия через сущность, восстановление этого бытия через сущность, доходим до действительности, то действительность – это когда переходит в понятие. Оно во что переходит? Вот это вот понятие по форме, по своей… Бытие. Оно бытие. То есть существование уже бытие в сфере сущности. И действительность тоже уже бытие. Действительность еще выше. Действительность – это единство сущности и существования. То есть как отрицательного, то есть как отрицание бытия, и как, то есть можно сказать, что действительность – единство сущности и существования. То есть единство отрицания бытия и отрицание отрицания бытия. И отрицание этого отрицания. То есть уже такая наполненная картина получается, вот эта действительность.
которая потом вот так вот неожиданно раз-раз, субстанция акциденции, и вот приплывает к понятию, где мы открываем, и что мы там видим? Субъективность. Но это мы... Неожиданно. И о чем говорит вот то, что я читал, и я прочитаю это еще раз, и вы это, наверное, можете найти. Во втором томе, второго тома, второго тома нет там. Ну, я прочитаю. Во втором томе на 127 странице. В сфере бытия она есть само бытие и наличное бытие. В сфере сущности – существование, а затем действительность и субстанциональность. В сфере же понятия мы имеем еще и объективность. То есть, по всему, видимо, Михаил Васильевич несколько раз это вот объяснял, что когда мы переходим к понятию, как к бытию, мы приходим к бытию. Значит, мы и должны и изучать это логически, как категорию сферы бытия. А категория сферы бытия здесь объективность. И Гегель сам об этом пишет. Другое дело, что, ну, как думаю я, что вот на обработку первой части объективной логики было там значительно больше времени, чем на вторую. И вот эта вторая часть, она как бы немножечко, вот, вроде казалось бы, чуть-чуть переставь, и все получается. Может, он... Это вообще не значит, что здесь все становится понятно. Это не так. То есть тут много сложностей. Но если он сам об этом пишет, просто он в начале книги вдруг неожиданно начинает берется вот за это вот понятие всеобщее, особенное, единичное. То есть уже начинает использовать категории, которые являются отражением объективного в субъективном. То есть когда уже вот эта материя, как, а сейчас мы уже изучаем это как материю, да, там, бытие, сущность и уже понятие. Мы изучаем это как движение материи. То есть он неожиданно рассматривает отражение этого движения в сознании человека. Но при этом жизнь у него почему-то стоит после умозаключения, ну, грубо говоря. Сначала Бог, потом жизнь. Да, все бы ничего, но мы материалисты, и нас это несколько смутило. Я так понимаю, что Михаил Васильевич тоже по этому поводу все это затеял. И мне, вот я когда начинал изучать, мне вообще было категорически непонятно, о чем здесь вообще понятие. То есть мне было понятно, как бытие углубляется в сущность. Было понятие вот выхождения вот этого бытия. Там, ну, там сложности, естественно, есть там, да, со всеми этими категориями рефлексий. Там есть где поломать голову. Но было совершенно непонятно, почему здесь понятие. С чего вдруг? А ну раз, вот как бы все, заканчивается книга, на тебе как бы понять. Поэтому что я хочу сказать? Мы, получается, изучаем сначала, мы же изучаем понятия, категории. Мы сначала, Гегель, кстати, пишет об этом, мы сначала изучаем понятие как бытие, потом мы изучаем понятие как понятие, когда достигаем понятия вот субъективной логики, да, второго тома. А между ними есть некая сфера обосредствования, рефлексии, которая называется сущность. И мы изучаем понятие в виде сущности. Или можно сказать наоборот, что мы сначала изучаем бытие как бытие, чистое, непосредственное, все формы бытия, какие только у нас есть, начиная там от чистого бытия до индифференции. Потом изучаем бытие как сущность, как снятое бытие. А потом изучаем понятие как бытие. Но уже такое бытие, через которое просвечивает сущность, восстановленное через сущность бытия. То есть можно и так рассматривать, и так рассматривать. И работу, которую предполагалось, и я надеюсь, мы проделаем в этом кружке, работа заключается в том, чтобы отчеканить, осознать этот переход, потому что
Ну, одно дело как бы заявить об этом, да, другое дело все-таки понять, где вот и найти в тексте он находится. Где среди категории причины и действия субстанции акциденция находится вот именно вот этот вот переход к понятию и к объективности потом. Потому что не так, чтобы получилось, что здесь вот мы перешли, а тут у нас что-то не получилось, ну и ладно, там как бы. Хотя я не уверен, что так не получится, потому что это очень сложно. Но вот задача такая. Поэтому разошлю вот это вот сообщение, его прочитать, сходить на ссылки, которые там указаны. Ну, возможно, прочитать самому, где-то найти какие-то еще ролики с Михаилом Васильевичем, где он, возможно, это объяснил. Может быть, я чего-то не увидел, хотя я вроде смотрел все. Поэтому, если вкратце, то вот содержание сегодняшнего занятия таково. Мы берем материалистическое трактование субъективной логики третьей книги второго тома «Науки логики». Но перед тем, как мы к нему приходим, мы сделаем шаг назад для того, чтобы отступить. Для того, чтобы пойти вперед, надо немножечко отступить назад. И начинаем с предшествующего отдела. То есть у нас тут в субъективной логике первым отделом будет объективность, а предшествующим ему отделом будет третий отдел учения о сущности – действительность. Поэтому мы можем открыть действительность, 480-я страница, и прочитать первое, что там написано. Действительность есть единство сущности и существования. Вот можно как бы ничего пока не знать, знать пока только это. Действительность есть единство сущности и существования. Соответственно, ну, забегаем немножко вперед и, ну, в то же самое время повторяем, что такое сущность. Отрицание бытия. Всей сферы бытия. Отрицание бытия достаточно. Отрицание любого бытия, мы это понимаем. Отрицание бытия. А что такое существование? Вот, бытие с основанием и при условиях. Вот. Это бытие с основанием и при условиях. То есть оно такое как бы крепкое бытие. То есть уже у него основание есть, на котором оно стоит, и оно еще обусловлено. Не просто так. То есть бытие, вот бытие это оно есть и все. А сущность – отрицание бытия. Нет и все. Таким образом, мы имеем единство сущности, отрицание бытия и существование. То есть бытия с основанием и при условии. Поэтому… Ну, в принципе, сходятся два момента. Единство двух моментов. Да? Ну, это единство двух моментов, да. Но это даже больше, чем единство. Вот мы когда начнем читать дальше действительность, там будет очень много, ну, может быть, не очень много, но достаточно замечаний для того, чтобы убедиться в том, что это вот очень такая прочная категория, и вообще с ней очень сложно куда-либо сдвинуться в том плане, что там как бы сложно чего-то не понять, потому что когда это действительность, а она, вперед немножечко уходим, она представляет сначала как абсолютная. И вот как бы категория абсолютного, она вроде как постоянно звучит. Но вот она слабо понимаема. На самом деле это категория действительности, которая заключается в том, что вот есть только абсолютное. И все. А, все вот, в ней все содержится. И развитие ее заключается в том, что она не выходит к другому. А выходя к другому, достигает только самой себя и таким образом просто развертывается. Вопрос. А в абсолютном есть относительно. Как помните? Ну это мы вперед уже идем. Это надо рассматривать абсолютно. А.
и рассматривая это абсолютно, понимать, из чего оно, что оно с чем вообще. Но оно в первую очередь действительное. Но предстает сначала как абсолютное. Потому что ничего нету, условий нет, оснований нет, все внутри уже. Единство сущности и существования. Нет внешнего, нет внутреннего. А если есть внешнее, то есть и внутреннее. И только абсолютное. Вот оно одно. Есть даже... Помнишь вопрос? Да. Есть даже такое выражение, но вот я вот его нашел, так чисто для помощи в изучении. На 144-й странице в разделе «Качество» еще, да. Вот там, где примечания... Не, 114-я, прошу прощения, не туда. 114-я страница, где вот С – бесконечность, предложение. Бесконечное в его простом понятии, бесконечное в его простом понятии можно прежде всего рассматривать как новую дефиницию абсолютного. Определенность, как бы, да? Дефиниция – это определенность. Дефиниция – это такой способ познания. Он непосредственен и не связан с сущностно, с определением. Дефиниций будет, может быть много. Mm. То есть это такое свойство, которое не образует качества, но при этом относится к изучаемому предмету. Mm-hmm. Бесконечное в его простом понятии прежде всего можно прежде всего рассматривать как новую дефиницию абсолютного. То есть бесконечность как новую дефиницию абсолютного. То есть он об этом абсолютном постоянно говорит. Вот чистое бытие – это абсолютное? Да. А как по-другому? Вот. То, что есть. И больше ничего нет. Все. Материя – это абсолютно? Да. Вот я предлагаю зафиксировать то, что материя – это абсолютное. И когда мы будем подбирать примеры для того, чтобы как вот абсолютное выразить? Материя. Ничем не обусловлена, ни от чего не зависит. Всегда была, всегда будет существовать. И мало того, что существовать, еще и действительно, и еще и действительно, и еще и абсолютно. Еще и понимающая материя. Подожди, на данном этапе. Ну, на данном. На данном этапе мы еще до субъективности не дошли. Это вот здесь будет понимающая материя. А, будет, да? Ну, как же нет? А я читал еще. Смотри, у нас тут есть понятие, суждение, умозаключение. То есть это операции, которые проходят уже в сознании. Ну, а это же все единое. Единое-то единое, но мы же изучаем, нам же к этому как-то прийти. Чтобы, а для того, чтобы прийти... Надо вот проще встать на какую-то базу, на какое-то основание. Угу. Но если мы сейчас возьмем, к примеру, да, мы там спорили, с чего начать. Если мы сейчас возьмем, там можно же взять и явление, с явления начать. Только что, можно раз начать, начали с явления, можно и с видимости сначала, сущности начать. Ну тогда можно как бы и меру немножечко полистать, там, и количество. Так в итоге мы сначала как бы с чистого бытия и начнем. Но... Как бы так, этап рассмотрения уже такой, что как бы надо вот осваивать вот это, пытаться осваивать. И, соответственно, когда будем это осваивать, будут больше понятны те вещи, которые, вот, ну, скажем, более простые. Бытие, сущность. Ну, более простые в соотношении с тем движением, которое мы проделали как бы с самого начала. И вот дошли мы до действительности. Угу. Где у меня вопрос? Где у меня вопрос, который я еще не забыл. Ты не задал, да. Не забыл. Что, это можно? Да. А вот это слово, ну как, понятие, да, действительности, мы как можем, допустим, применить к коммунизму?
Вот у нас же есть основания, есть условия, ну, сущность, да, вот, и вот как мы можем это вот объединить все, чтобы, ну, на нашем примере вот объяснялось понятие коммунизм. Мы сейчас не станем рассматривать очень сложных понятий из общественной жизни. Нам надо простые хотя бы разобрать. Потому что среди нас нет специалистов по научному социализму и дипломированному профессионалам. У нас же есть основания для коммунистической революции, допустим. Ну да. Мы же можем условия создать для этого? Да, мы этим и занимаемся вообще. Вот я про это и говорю. Да, можем. Просто сам коммунизм – это уже что-то свершившееся. Почему? То есть, а там… А сущность, сущность в нем. Действительность в нем точно есть. Мне кажется, Антон как раз пытается вот да. к категории существования подвести, да, что да. там у нас вот есть. Мне сущность, вот в этом вот месте… Сущность, не, я не просматриваю. Основание я... Сущность чего? Ну, коммунизма. Диктатура пролетариата. Это не... Нет. Да. Диктатура пролетариата... Нет. Это основание. Нет. Диктатура пролетариата... Это сущность, которая привела к тому, что... А, нет. Это сущность государства. Минуту. Рабочего класса. Это... У нас... Да, у нас основание это... Грубо говоря, основание... это рабочий класс. Короче, производство какое? Да, производство. Какое? Вот производство. Общественное производство. Общественное производство. Mm-hmm. Вот. А сущность это... Сущность. Основание это сущность или нет? Нет. Как это... нет? Основание сущность. Основание это сущность. Если ты создашь, угу. будут созданы все основания, и соблюдены все условия, так. суть вступает в свое существование. Ну, тогда у нас, ну, допустим, производство, это у нас основание. Основание. Так. Потом... Условия нужны. Да. Продолжительность работы, как минимум, продолжительность рабочего дня, соответствующая тому, чтобы рабочие не только выполняли задания на капиталистическом производстве, но еще и развивались. Да. Это условия. Это условия, да. Вот они, это должны нас... они должны где-то развиваться. Это у нас уже мы к существованию пришли. Это мы еще к существованию не пришли, мы пришли только к условиям. Нет, условия и основания. Ну, это существование. Это единственное. При основании и с условиями, да, суть вступает в свои существования. Да, существование, да. А вот я и говорю, сущность, вот где тут проглядывается? Так основание это и есть сущность. Так, ага. Это все раздел, сущность. Вот сущность, потом, а существование это сущность и условия, единство сущности, сущность и сущности с условиями, это действительность. Можно так, но простенько довольно. Все немножко сложнее. Ну ладно. Ну можно. Черт с вами. Нет, но у нас уже проглядывается движение. Это какая-то, конечно. Ладно, все, пока отстал. Так вот, а там ответив на самый сложный вопрос, который задал товарищ Головаш. Я хочу сказать, что вот этим делом надо позаниматься. И я вот когда говорил, что мы дальше будем читать, и, в общем, в некоторых местах, смею так думать, отпадет, скажем, твердую уверенность в том, что это неправильно, что мы начинаем с действительности. Потому что это очень такая основательная категория, которая дает понятие многому. И тому, что уже прочитано, и тому, что будет прочитано впоследствии. Собственно, у меня все, что я хотел сказать на сегодняшний день. И хочу сказать, что в следующий раз мы как раз начнем вот с этого места, где действительность, есть единство сущности и существование. В общем, все это абсолютно.
Да, а если пойти дальше, то все это абсолютно. Вот есть только материя. Мы все умрем. Вот. Кто мы? Эта материя показывает себя там тем или иным образом, демонстрирует атрибуты и модусы. И дальше развивается. Короче, читаем. Мы все умрем, как кто? Как что? Биологические объекты. Да. Да. Но может быть кто-то не умрет. А может быть кто-то и не умрет. Как и идейный вдохновитель. Ленин жил. Жив и будет жить. Вопросы. Что такое количественное отношение? Количественное отношение? Я так точно, ну, соотношение количества, наверное, какое-то. Я так понимаю, что определенное количество, оно конечное, оно выходит к количественному бесконечному. И соотношение определенного количества к количественному бесконечному. А я уже там что-то говорила, что восстанавливается качественное отношение, а не количественное. То есть вот это вроде бы как количественное бесконечное, это как качество уже выступает. И, соответственно, вот это вот отношение количества, как определенного количества, и к этой бесконечности, которая качественная, есть количественное отношение. Может и так, но я не все услышал, не все успел уловить. Я знаю, что хочу сказать. Есть хорошая лекция, которую прочитала Ксения Федоровна из московского отделения. Она как раз вот по количеству. Я думаю, что скоро эта лекция появится. И вот там вот она рассказывает про это. Вообще очень понятно. Там... Ты там был? Я просто посмотрел уже. Вот. Некоторым образом переписываемся. Вот вообще это полезно. Кстати, ее Михаил Васильевич хвалит. Да, мы сейчас не о том, кто кого хвалит, а о том, что вообще полезно вот переписываться с теми, кто занимается диалектикой, и иногда какие-нибудь вопросы задавать. Потому что вот мне-то на самом деле сложно ответить на этот вопрос, потому что я количество, ну, там, значительно хуже знаю, чем некоторые другие места. А вот товарищ Алешина знает эти места и там серьезно их разбирала. В силу еще своих профессиональных особенностей, она геолог. Геолог. И они там изучают вот породы там по всяким там показателям, там очень много измерений. И поэтому сквозь то, что она изучает профессионально, она вот этот раздел очень хорошо объясняет. Я посмотрел там, ну, не знаю, там, наверное, минут 45 вот такой вот лекции. И прям понятно. Хотя я не могу сказать, что я раньше этого не знал, просто я не мог это так выразить. Но не получается у меня так. Да. Вопрос. Насчет все-таки определения, ну и тогда вот, да, то есть я осознал, что я действительно не понимаю вот в себе бытие. Вот, может быть, мы можем это как-нибудь коротенько проговорить. Ну, то есть вот, вот у нас есть, значит, единство нечто и иного. Соответственно, у нас возникает бытие для себя, бытие для иного, как это моменты вот этого единства. Подождите, единство. Единство с какого момента у нас возникает? Это в себе бытие? Ну, я сейчас опускаю некоторые моменты, потому что все-таки единство. Хочется рассмотреть не всю историю этого единства. Когда будет единство бытия иного, это вот уже положено... Становление, нечто как становление, я так понимаю. То есть еще рано говорить о единстве, наверное, в таком. Ну, давай сначала товарищ попробует вопрос-то задать, как да. Вот у нас, значит, возникают по классике два момента возникают, да, из-за наличия диалектической пары. Вот в нем бытие, вот я, ну, как бы разные лекции читал, разные там интерпретации, и, ну, как-то кто-то говорит, что это вот типа возвращение, момент возвращения нечто в себя из иного. Вот такое вот слышал. Кто-то говорит, что это значит, если мы
рассматриваем вот это в себе бытие, мы находим вот в нем еще одно ядрышко, нечто, как вот такой вот матрешки. И кому-то это верить, что это правильно, я не понимаю. Хорошо. Кто-то говорит, что это просто третий момент вот этого вот становления. Тогда вопрос возникает, откуда, почему у нас было всегда два момента, а тут какой-то вот третий возникает. Вот, может быть, можно это как-то нормально вот, понять и объяснить для себя? Все здесь вот застревают. Что такое может быть? Ну вот смотри, мы видим момент равенства с собой, да, в себе бытия. Угу. Как мы его видим? В себе бытие. Иное-иное есть иное. Иное-иное есть иное. Да. Равное самому в себе. Да. Иное есть иное. Угу, угу. Неравное, другое. Да. А иное – это нечто. Значит, мы видим изменяющееся нечто. Да, мы видим изменяющееся нечто. В котором есть два момента. В себе бытие и бытие для иного. Но во в себе бытие есть то же самое, что оно, что бытие есть в нем, в этом себе. Ну, то есть мы берем этот момент, как бы и углубляемся в него, и находим там тоже. Ну вот смотри, ты сначала берешь в себе бытие, да, и бытие для иного. Они же находятся в единстве. Да. Ну понятно, что дело, что их нечто, нечто вот это изменяющееся, уже есть непосредственно их единство. Да. Но вот это в нем, в этом в себе бытие есть бытие для иного. Внутри него, да, есть. Вот это ты вот сказал, внутри него. Угу. Вот это вот в нем. Угу. То есть это такое в себе бытие, которое противостоит своему бытию для иного, и благодаря вот этому противостоянию, отрицанию утверждается. Угу. И вот это есть в нем бытие. Внешним образом. Такое. Окей, да, вот с точки себе зрения бытие, которое проявляется внешним образом. Да? А вот смотри, вот с точки зрения размышления, а есть вот в логике что-то кроме размышления? Вот если взять это, вот, так скажем, вот в каком, вот какой-то абстракции, в чистом, да, вот ты ничего об этом не знаешь. Угу. Ты берешь в себе бытие, берешь бытие для другого. И вроде как и согласен с тем, что во в себе бытие есть бытие для другого, но они в единстве находятся. Угу. И вот такое в себе бытие, которое отрицает бытие для другого, есть в нем бытие. А вот почему оно утверждается за счет вот этого вот внутреннего отрицания? Что вот, почему мы не можем сказать, что вот это в себе бытие, оно само по себе равенство с самим собой? Разве этим равенством с самим собой оно не утверждает себя? Оно пока вот в этом месте оно еще абстрактно, оно просто равенство как равенство. А как равенство в противовес своему неравенству, оно уже с неким, да, с неким отрицанием взято. Ну, да, ладно. Именно поэтому через определение можно изменить характер, а через характер можно проникнуть в определение. Ну, то есть, все-таки, если брать аналогии, это ближе вот именно к такой вот матрешке. То есть мы вот рассматриваем. Вообще, если взять матрешку, в ней не хватает одного завитка, потому что из этой матрешки непонятно, как одно связано с другим. А если ты возьмешь определение метода, метод есть осознание формы внутреннего самодвижения, содержания изучаемого предмета, и положишь вот это вот определение метода на определение определения, качество, которое есть в себе в простом нечто и сущность, равно другим моментам этого нечто с ним бытием, то ты увидишь, что это почти что одно и то же. То есть, как бы для того, чтобы было определение, тебе как бы надо вот, так сказать, за что-то зацепиться. И именно тогда оно будет определением. А если ты за него не цепляешься, и оно сущностно никак не связано с единством, да, то это у тебя будут определенности, любые. Всякие разнообразные. Ты можешь перебирать, определенности много будет. А вот определение, как качество его, оно одно. А вообще вот он пишет здесь ну, две пары определений. Нечто и другое, бытие для другого и в себе бытие. А еще здесь вначале он пишет, что нечто и другое, они
вне друг друга при первом рассмотрении. А у нас же продолжается это рассмотрение. Можно так сказать, что мы смотрим на в себе бытие как бы из другого. И получается вот это в нем, внешним образом. То есть как бы со стороны другого вот это в себе бытие, это в нем бытие. Вот если... это вот правильно, есть еще такое выражение, в этом что-то есть. Да-да-да. Когда ты говоришь в этом что-то есть, ты имеешь в виду, что в нечто, в нем, мы говорим, типа, еще что-то. Что есть еще какое-то бытие. Вот это не оно. Ты, вот это бытие, оно, вот это в нем. То есть здесь идет, вот, мы еще полагаем только вот это единство, нечто и другого. А сначала мы их видим как, как не связанные с друг с другом, отдельные как бы, вещи, да? И вот она соединяется таким образом, ну чисто внешним образом. Как внешним, но как мы... Да мы их соединяем. Если мы как бы будем читать дальше, то мы поймем, что внешнее – это то же самое, что и внутреннее. А это потом, да. Но просто... Но другого пути нет. Я вот к чему. И то, что мы узнаем потом, а мы, кстати, это узнаем тоже вот из раздела «Действительность», внешнее и внутреннее будем рассматривать. А вот можно... Что-то я чувствую, что я захватываю канал. Значит, еще вопрос возник. Вот ты вот заметил, да, что определение – это одно качество. Ну вот, например, а неверно ли то, что вот это… То есть, да, но при простом рассмотрении оно качество одно, но фактически оно состоит из разных тоже определенностей. Ну, например, там берем какое-нибудь, да, определение фашизма, что это там открытая диктатура, финансового капитала, вот это вот все. Ну, то есть здесь же много на самом деле определенностей. Нет, качество это там одно, там, что это открытая террористическая диктатура. А все остальное это уже как бы дополнение. Но это дополнение, оно же необходимо. Ну, типа, если у нас открытая диктатура, какая-нибудь рабовладельческая, то это ж не фашизм. Дело все в том, что государственная власть это всегда диктатура. Ну да. Вот. Вопрос только в том, чтобы открытая она или не открытая. Террористическая она или не террористическая. Вопрос в том, финансового капитала или не финансового капитала. Вот при рабовладении не было финансового капитала. Вот, а диктатура была. И открытая была, и террористическая была. Но не финансовый. Я к тому, что вот при детальном рассмотрении вот этого одного качества, которое является определением, как будто бы, как правило, получается, что там на самом деле еще много определенностей. Ну, говорят про понятия. Ну, Михаил Васильевич приводил пример, что есть роза, типа, вот она растет, когда она бутон, это что же роза? У тебя есть понятие, которое есть, от того, что оно просто есть, потом есть как оно определение, но как понятие. То есть понятие, оно содержит в себе все эти вещи, определения, вот как сказали. Поэтому у тебя есть, ты можешь ему говорить, но имеется в виду, что ты не, это имеется в виду не определение фашизмное, а понятие фашизмное. Да, вот это важно. Но, кстати, но определение здесь тоже есть. Кстати говоря, это террористическая диктатура. Вот, и уже дальше по понятию наиболее... шовинистических, наиболее реакционных. Чтобы завуалировать понятие, ну вот это определение фашизма, какие-то враги, грубо говоря, коммунизма придумали признаки фашизма, 17 что ли их там. Ну да, есть такое. Да, которые вот когда смотришь, можно привязать к любому, короче. А вот когда определение фашизма, то мы видим, что это именно... к капиталистическому строю. Ну, наверное, мне это станет понятнее, когда я доберусь до понятия. Капиталистическое. Ну, повторяю. Это капитализм в любом случае. Да, в любом случае. Понятнее станет в любом случае. Мы когда разбираем, мы понимаем, что это империализм. Сначала мы понимаем, что такое империализм, а потом понимаем, что такое фашизм. Поэтому здесь важно. Не, понятно. Чтобы понять, что такое империализм, мы должны понять, что такое капитализм. Да. А если говорим уже о фашизме, то это обязательно империализм. Ну, это уже все получается, да. Что это капиталистический... Пересечь политику и империализм. Да. Вы его уже в последней стадии забивания. Да. Нет, не империализм. При империализме политика наиболее шовинистическая. А, вот. Признаки фашизма, их можно прикрутить, я говорю, не только к капитализму. У Гегеля есть категория признак. Я просто не помню, где она сейчас, но я отмечался, может быть. Ну, там говорят о том, что это внешнее, что-то внешнее.
что-то внешне, признак, значок. Вот, есть и есть. Признаки есть, а фашизма нет. Бьют, бьют. По голове. По голове бьют. А фашизма, а фашизм. А вообще, а диктатура есть. А можно вот здесь такое чисто... Вот налет сейчас произошел, да? Что это было? Это вот, террористический акт. Террористический, это вот проявление фашизма. Но это мы догадываемся, что это проявление фашизма. А как мы догадываемся? Ну, изучив вот это все. А на самом деле же локальные акты, да? Но выяснится потом, ну, 100%, что связи идут в Америку. Фашизм, да, к финансовым элементам, ой, этим, к элементам финансового капитала. И здесь важно при определении фашизма, вот, в чем отличие локального какого-то террористического акта от фашистского, что это имеет всеобщий характер уже. То есть, ну, это взаимосвязано... Запугивание. Масштабы этого, как бы, явления... Это не запугивание, это наведение ужаса. Да. Наведение ужаса? Ну да. Это же на запугивание, ну, это, да, не сказки какие-то, это вот это страх реально. Ну, террор. Но задействовано здесь очень много... Ну, финансового. Всего, да, вообще. То есть это глобальное явление такое, которое проявилось в одном месте. А не просто где-то один рабовладелец. Это совершенно... вчера оно в одном месте проявилось, а в целом это политика... А позавчера в другом месте. Внешняя политика. И все это единый как субъект здесь. Один и тот же субъект этого проявления. Вот здесь разница между просто какими-то старыми вещами, типа... Там замочили 300 рабов, там, да, ну, восстание Спартака, тоже это диктатура, тоже открытая, и тоже террористическая, до сих пор страшно даже, да. Но это было малое такое явление. Вот что важно понимать. Кто-нибудь еще хочет захватить канал? Да нет, что тут захватывать? Что тут захватывать? Все тогда на сегодня. Спасибо. Вам спасибо.